мозги на уровне верхней губы. То есть не на уровне лба, а на уровне верхней губы. 30 сантиметров, да? Примерное расстояние. Хорошо. С командой делаем. Вот, смотрите, к концу уже аттестация на мышцы ноги пошло у нас. Та рука, которая сверху делается блок, она всегда снаружи, понял? Не отсюда, а снаружи. Если в ту сторону будешь делать, значит вот это должно быть снаружи. И палочку держим, да? Стан пальмов, маки. Хорошо. Смотрите. То есть раз. Здесь у нас рука идет, она не просто там болтается, она идет на реверс. То же самое, когда мы делаем шонжи, да? У нас вот эта рука в реверсе. Раз. Наносим удар. То же самое здесь. Раз. Эта рука на реверс. Это на замах. Так. Сели. По шее удар. Вот так, не вот так, вот прямая рука, да? Вот так. Хорошо. Не учишь ноги где? То, что делали. Вернее, стойку чуть-чуть делали. Вот. 70 на 30. Вот, вот